Что такое? Не ной. Капец, я осталась без ресниц. Нельзя. Привет, ребят. Ну, я бы никуда вообще не уезжала из города в связи с сложившейся ситуацией. Не дай бог, как бы где-то остаться вдали от дома. Поэтому, ну, только вам решать, не знаю. А не выпали, девочки, ресницы я делала, но я уже 3 раза не сделала коррекцию. Я делала на ресницы. Я, точнее, как, я не снимала, а делала на старые. Вот, и вчера у меня до такой степени они начали мешать и раздражать, что, короче, я вот так вот поделала. И все, и, короче, они посыпались. Доброе утро, Над. Вас спалили. Написали мне скрины, прислали, как вы написываете в других эфирах товарищу одному. Представляете? Я знаю, что так нельзя, но они меня раздражать начали. Что мне было сделать? Надо пойти сегодня где-нибудь снять. Отрастут. Мои доброжелатели не дремлят. Мои защитники скидывают мне всех, кто и вашим, и нашим. Какой гель? Хрустящий хлеб. Вы что-то пошутили? В тостере. Вон собачки. А при чем здесь плохое? Дело не в плохом. Ну, вы либо там, либо здесь. Вы определитесь. Дело совершенно не в плохом. Но если вы говорите о какой-то симпатии ко мне, вот, и сидите там, где меня оскорбляли такими последними словами, и, мягко говоря, наговаривали, и написываете в надежде для чего? Нет, не в других. В других, ради бога, причем здесь других? В других могут, вы вообще можете все писать, где угодно. Я ж просто вопрос задаю. Я кто такая, чтобы кому-то что-то запрещать? Я просто конкретно вопрос задала. Вот, ну, как минимум, ну, это пиздец, мягко говоря. Одно дело, когда просто, там, когда подписчики, там, ну, недавно добавились, или что, Атя, закрой ты свой рот, нельзя тебе колбасы. А другое дело, когда очень много таких, так меня же всех, меня же скидывают, я же блокирую сразу. Я же сразу блокирую всех. Ой, Господи, не приведи Господь, если будет карантин. Я повешусь на этой люстре. Интересно, выдержит она меня? Да ты жизни не даешь!
Блокирую. Почему не заблокировала? Потому что я этого человека знаю, как бы это, ну, как бы это мой подписчик. Да, внешне, мягко говоря. Вот. Давай еще громче. Не слышу твое нытье. Давай еще громче. Давай. Давай еще громче. Я не слышу. Ну давай, старайся, старайся, старайся. Ну вы сначала попробуйте поговорить, если не помогает, конечно, уходить. А, вот чтобы вы понимали. А, и третью собачку. Вот представьте, да, вот этого товарища. Все люди как люди. Все собаки как собаки. А, он что хочет? Он вот это хочет. Я с мамой, да, в одной квартире живу. А что за ехидная улыбка? Про взрослых людей я с вами абсолютно солидарна и полностью согласна. Про то, что очень много двуличных, про то, что сколько голодных баб, я это тоже уже поняла, еще будучи там. На той стороне баррикады. Вот. Здесь же вопрос немножко по-другому стоял. Тут я конкретно мама, нет, не всегда готовит мне завтрак. Тут я просто конкретно спросила о том, что этот слава богу, фуф. Слава богу, Свет, мы уже все переживали. Все, давай, садишься, выйдешь, уже наберешь. Вот, поэтому это же не предъява, это же ничего, как бы. Поэтому просто я конкретно... Причем дело же... Нет, волосы мои. Дело же не только как бы... А Тишенька, выйди, пожалуйста, из гардеробной. Ты меня сейчас там насышь и отомстишь. Выходи. Для меня... А этот был шок только за одного человека, за одного единственного. Это взрослая женщина, взрослая. Да попытаюсь закончить, у меня тут со всех сторон. Она мне пишет очень много лет. Она мне пишет очень много лет. Нет, не было ни одного... Наверное, ни одной публикации с собаками, на которую бы она не написала комментарий. Ее пост, огромные посылы мне в директ о ее безумной любви к
моим собакам, к моей маме. И то есть это продолжалось как бы не один год. И помимо того, что да, я ее узнавала, как бы она, у нас была переписка в директ, там она что-то спрашивала, либо что-то желала. И когда, блядь, мне скинули скрин ее комментария в прямом эфире, у меня это просто вызвал единственный человек, кто у меня вызвал шок. Я поняла, что голодные бабы в любом возрасте, ебанутые тоже. Танечка, нет, ты нормально, ты немало мне пишешь. Вот, а по поводу остальных? Нет, я же говорю, что я почему? Я жена, ты просто спросила. Мне скинули другую переписку. Мне написали, что где человек про какой-то банан или что-то такое-то. Вот. Но когда как бы. Что она написала? Что она написала? Что могут написать? Я не нервничаю, перестаньте, ну что вы, я же не нервничаю. А написала она о том, ну, какой человек прекрасный. Ивай, какой красавец, и так далее, и тому подобное. Взрослая женщина, блядь. Ну, в общем, смысл вы моего посыла поняли. Я же не вправе этот никому запретить. Да хватит сокать! Вот, да, вижу, привет, дорогая, вижу твои сообщения. Каждый вправе подписываться и писать, естественно, кому хочет. Ну, наверное, не понимала же раз. Нет, не понимала, честно. Я не об этом сейчас говорю, не об этом человеке, и не вижу смысла вообще поднимать эту тему. Здесь вопрос был, ну, как бы суть была в другом, что вот мне интересно было вот про Нату послушать, но она, видите, она мне написала. Почему не заблокировала ее сразу? Потому что я ее знаю хорошо как бы по своей страничке. Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуй. Садись. Иди, иди. Ой, иди, мартышка. Мартышка моя, ой, садись. Так, спокойно. Сидим. Все. Я ни за что кинула в блог. Сядь. Я ни за что никого не кидаю. Садись на место. Сидеть. Ну, вообще страхи, они у нас в голове, вот. Ну, и, конечно, единственное, мой страх, это, ну, здоровье моих родителей, вот. И все больше, как бы, ничего. Спасибо, Моздок. А ты знаешь, что некрасиво ставить руки на стол? Психологом? Да, у меня был опыт, но это было давно. Почему я не могу заблокировать человека? Все. Но это было давно, аккуратно. Во времена Ростова, когда я в Ростове жила, училась. Все? Успокоился? А что я ж... Ать, ну ты охуел вообще в конец. Вот я тебе серьезно говорю. Вот прям охуел. То есть то, что я тебе сейчас срочка дала. Где вы этого Серегу нашли-то? Все свои слова против него обратно беру. Да он сам взял.
иди, моя девочка, моя принцессочка. Он дебил. Все мужики, они одинаковые. Да. Они, мужики, все одинаковые. Да. Не обращай внимания. Трепетный наш. Давай, принцессочка. Ой, Крис, я и так с бабами езжу. История, хочешь показать шпилю? Все равно я тебе... Ой, да не пишите мне, пожалуйста, про это. Я вас очень прошу. И про все эту грязь. Моя принцессочка мамина. Мамина принцессочка. Ты же не будешь болеть. На обиженника. Че улыбишься, сидишь? Чуть не укусил меня, и улыбишься, сидишь? Нормальное поведение ты своим считаешь? Я с тобой говорю. Ты считаешь нормальным свое поведение? Не надо стол об... Ати, не надо стол облизывать. Тебя что, не кормят? Позорник. Чего пузико такое? Чего пузико толстенькое? Иди сюда, иди, обиженник мой, иди. Атя, а ты чё рычишь? Да он, я его не беру, нет, я только тебя держу. А что, нельзя Атю трогать? Моя принцесса, ты тоже не в духе сегодня. А принцесса что не в духе? Ами, зайка, что с тобой? Ами, ты что, волкодав мой? Он хороший у нас. Ебанутый, но хороший. Сладкая моя. Сладкая. Как можно быть такой некрасивой и такой вкусной? Он, ты чё? Всё, нельзя его брать, что ли, мне на ручки? Его нельзя брать на ручки? Нельзя, да ладно. Атечка наш мальчик. Хороший Атя. Атя у нас хороший такой. Атя хороший. Девчуля ты моя, ты что на него злишься? О, вот такой хороший. Вот такой наш Атька, давай. Ну, стой, я тебе покажу. Да вы что сегодня, я не могу понять, блины объелись? Это что за поведение? На него как он сидит? Вы что сегодня? Вы что сегодня, блины объелись? Вы что сегодня, блины объелись? Что это за поведение такое у одного и у второго? Становись вот, чтобы... чтобы они на тебя посмотрели. Какой ты некрасивый, страшный. Встань, я тебя покажу. Встань, пожалуйста. Я тебя покажу, когда ты злишься, какой ты некрасивый. Становись, становись, становись. Я подожди, я тебя кормила? Я тебя кормила сейчас? Ты на улице был? Я тебя покормила. На улице ты был. Сырочек я тебе дала? Дала. Что с настроением? Что с твоим настроением? Что с ним не так?
Поцелуешь меня? Поцелуй. Все. Довольный, да, теперь? Да вы такой, да. Сашеньку, Атя нет. Атя вообще как бы к детям очень. Аленочка, привет. Аленочка, я сказала, привет. Не в ту сторону смотришь, Алена. Алена? Сиди аккуратно. Сиди. Давай я тебя сниму. Давай. Да я тебя сниму просто. А как ты собрался прыгать? Объясни мне. Идиота кусок. Истеричный. Ужас поведения. Ужас. Я тебя поругаюсь. Кошмар, что за поведение? Ты посмотри, ни голоса на него поднять нельзя, ничего. Я тебя поругаюсь. Хватит. Маме, что происходит? Что происходит, зять? Успокоился? Воды попей, иди. Пошел обиженец. Ой, не говори, Ален, всех довожу. Чувствую, скоро запоет. Аккуратно. У Ами не грустные глазки, она спать хочет. Ами спать ходит. Да, и плюс у нее скоро течка, она такая. Нет, все равно она еще активная очень, но бывают у нее наплывами. Да? Все как у людей. Бывает наплывами, что она такая чуть этот. Да, моя Путюсечка маленькая. А ты что, когда запоешь, не во время карантина, а то мы втроем заплачем. Я мама и Ами. У Ами сережки. Слышите, да, что? Это все специально, чтобы вы понимали, делается. Сильнее давай еще. Симулянт. Симулянт. Давай еще. Давай. Давай еще покашляй. Давай, давай. Артист не то слово. Да, я про тебя. Дуэт неплохой бы получился. Я поправилась. Не знаю, какой сейчас вес. Вес по объемам я увеличилась где-то 3 сантиметра везде. Ты моя принцессочка. Моя принцессочка. Доминатушка. Амечка с нами сколько? Амечке 2 годика. У нас не все мужики в деревне такие. У нас просто хорошие, все в город подались. Спасибо тебе. На зарубки. На ее мордашку. Вам успокоительное надо выпить. На ее мордашку. Ты городская. Все, вырубает. А я баба деревенская, сама справлюсь. Слушай. Они же привет договаривались. Господи, сейчас же бандиганы прямо сюда к вам подкидывают. Ну, как бы я практически всегда вешу 55-56.
А Тинка, выйди, пожалуйста, из гардеробной, я все вижу. Я не вижу, отсвечивает. Все, спит она. Ладно. А, нет. У Ами течка была первая в 8, по-моему, месяцев. В общем, сейчас мы ожидаем третью течку. Полное имя Ами. Нет, Ами нельзя стерилизовать. Ами нельзя стерилизовать, Ами нельзя разводить. Ну, это третья получается. 2 года. Третья спичка. Течка. Один. Что такое течка? Месячная. Не понял. Нельзя сводить. Нет, у животных не каждый месяц. Слава богу. Нет, мои собачки не родят малыша. К детям они любят детей. Наверное, не знаю те, у кого нету собак. Нет, без меня они совокупиться не могут. Мы еще Олечка золотая. Жарко тебе. Да, они мальчик и девочка. Школы нет, ничего не делала. Ати пошел спать. Да я как-то вроде и не выкладывала объявление, что найдите мне жениха. Глупости не говорить, я люблю одинаково обоих собак, вот, просто сейчас надо внимание и заботу больше Анечке. Скажи это делом, точка, банк для предпринимателей и предприятий. Безумная среда в Киеве, два мастера по цене одного, уклон 5.05. Solar Power, это энергия... Зёбка моя... И мамина принцесса. Похоже? Ты похожа с мамой? И ты мой любимый. И ты мой родной. Они не захотят сами друг другу. Ну не плачь. Прямо сейчас в онлайн-магазине Озон скидки до 50% на трусики Памперс и скидка 30% на все игрушки Рома Конфорта. Ишь, шапки отсутствуют. Я даже не видел пробовать. Старше надо вступать. У Ами очень мягкая шерстка, но видите, она, во-первых, сейчас перелиняла перед течкой.
Спасибо большое. Вот, но я уже начинаю переживать, что этот... Короче, типа вот с этим диагнозом, который поставили, я вчера поперечитала пол интернета. Вот, что там возможно облысение. Ну, надеюсь, что нас это не коснулось. Все, иди ложись. Иди. Идешь? Почему я девочку скажу, спать хочу? Они спать хотят, у них утренний сон в это время. Иногда боль сильнее обычного. Тогда нужно сильнее. У него глаза закрываются. В отличие от обычных таблеток, его технология. Но он блюдет. Одновременное высвобождение обезболивающих компонентов, усиливающих друг друга для более выраженного действия против боли и воспаления. Норафен интенсив сильнее, чем обычные таблетки. Шоколадка, извините, пожалуйста, я вас заставляю целоваться со своими собаками. Все. Все осталось. Я очень много гастролирую по всему миру. Где я на коммерцию училась. Блин, на самом деле у нас дома стало так жарко, потому что на улице минус. И опять включили отопление. А как заставить себя выползти из дома? Давай, прыгай. У меня, кстати, нету никакого акцента. Под белую плитку Леруа Мерлен. Атенька, а что ты там нюхаешь? Ты уже нассал там? Мама, да, сама ведет. Блин, мне надо сегодня снять оставшиеся ресницы. Только говорит честно. Да, слава богу, не подтвердился, но здесь видите, как они же... Аллопецию ему стали по внешним признакам. А это мы УЗИ вчера сделали, который я показал. Ну что? Они сбежали. Пометище. С мужиками в сарай заперли. Эй, дядя! А это вы были в духовке? Ну? А ты что про них знаешь, а? Заплати, потом скажу. А ты вначале скажи, а потом дядя подумает. Ну они поехали туда, в сторону под Ярославль. Но мы с Колькой кое-что им безопас сыпанули. Нам так Игорь сказал. Так, мужики, у кого деньги есть? Нет, давай, не жмотись. Ну что там, ты как гранд разобился? Нет, значит, опасно. Ами, ну ладно, пусть подойдет. Ами, нельзя так себя вести, ты же девочка. Что это такое? Ты почему на него рычишь? Нельзя. Что, ему теперь нельзя ко мне подойти, что ли? Да, ни одной породы. Документы, это невозможно. Смотри, нам тебя нечего. Сказка его малышка, это
поближе подойти, я не могу до тебя дотянуться. Я не знаю, я не убирала комки Биша, поэтому не могу вам подсказать. Вот от того, что я не перенаращивала, делала несколько раз коррекцию, вот, они у меня и посыпались. А сегодня на работе, на какой именно? Пальма, она не ожила, но вроде и дохнуть не собирается. Так сомнительно. Джимми до четверга не работает. Я вчера об этом сказала, что как бы в связи с сложившейся ситуацией Джимми переходит на новый график: четверг, пятница, суббота. Некрасова, вы бы себе ушки прокололи и заодно мозги проверили. Вот, прежде чем писать такое сообщение. Вот просто на этого царь. Все хорошо у вас? Ать, классно все? Нормально? Нормально все? Нормально, да? Ой, давай подниму тебя. Ой, вот так давай. Да я глажу, глажу. Ну я глажу, глажу тебя. Ой, Господи. Тут меня вытискивают. Вот так и живем. Здесь подвинься, там погладь. Ать, все охуительно? Ань, да мне выйти надо из дома по делам, докупить вот этой мадам лекарств, всего прочего. Пацан засыпает. Прокалывать этот не больно. Я просто еле смех свой сдерживаю.
Я глажу, глажу. Глажу, глажу, спи. Блин, кто-нибудь сделайте скрины, потому что я не могу сфотографировать. Нет, 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 глажу, глажу. Алена, ты в эфире? Ой. Блять, я должна это запечатлить. Да, ребятки, загнали нас в угол. Ребят, подождите, пожалуйста. Все, простите. Ничего не видно, ребята?